Акбар. Она кричала все время: Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Мы слышим этот крик из телевизора, мы понимаем, или из интернета, в роликах, где, например, стреляют в танк. Выстрелили в танк, закричали: Аллаху Акбар. То есть мы думаем, что это слова означают победную агрессию. То есть победное боевое действие, которое типа клевое. Дальше. Она выкрикивала: я отрезала голову. А разве последние два года нам постоянно не говорят, что свойственно победным агрессорам, победным агрессивным людям отрезать головы? Два года разве об этом не говорят? Это что же из телевидения? И, наконец, она говорила: я вас всех взорву, я вас всех взорву. Это была пустая угроза, у нее не было взрывчатки. Но только это тоже из телевизора. Я, женщина, одевшаяся в черное, всех взорву. Я шахидка. И, наконец, для того, чтобы всех рассмешить, там 20 минут подряд она частенько выкрикивала: я ненавижу демократию. Это что, не из телевизора? Я ненавижу демократию. Это кто, по-вашему, говорил? Это антимайдан говорил? У-у-у. Безумная няня-убийца. Вот она набралась всех этих штампов, убила и пошла щеголять. И вот эта сценичность, это шоу-сценарий, необходимость в шоу, необходимость в том, чтобы предъявить себя людям. Это тоже телевидение. И это повторится. Это обязательно повторится. Я говорю об этом с горечью. Потому что десятки тысяч идиоток на грани нервного срыва, на грани психоза продолжают в помойку собственного мозга вливать помойку из телевидения. Всего вам доброго.